Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джоли. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Ганчик Барбаро, у вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за свои доли. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю. Нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Джо, двигаем. Что? Пошли, Джо, по дороге расскажу. Ладно, девочки, заприте за собой. У нас свита дела. Так что за хрень творится? Это Генри звонил. Карло узнал про сделку. А, черт! А про нас он в курсе? Не думаю. Поговорим в машине. Направляемся. Линкольн парк. С Генри встречаемся? Ну да. Ладно, и что он тебе сказал? Он в порядке? Вроде да, но Карло забрал свою долю. Мать, Генри так и говорил, если он узнает. Да, и теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг Бруно. А, черт. И что же нам, блин, делать? Я не знаю. Соберемся, что-нибудь сообразим. Ну да, Генри придумает что-нибудь. Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Какого что хрена? Тут происходит? Черт, это Генри! Чем это они его бьют? Сестра. Давай, быстро, пошли!
Да кто же на такое способен, а, Вита? Да они больные нахрен! Дьявол! Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам? И денег нет. Джо, пойдем. Пора сматываться. Генри, копы займутся. Эй. Эй, это же тот тип, что продал нам дурь. Вон. И ведь людей по-разному убивают. Пули бы хватило, твари. А эти уроды, они на голову больные, Вита. Они, блин, сдохнут. В смысле, зачем вот так? Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они. Я их на ихнюю лапшу покрошу. Я что хочу сказать? Мы же даже не знаем, сколько их там. А? И плевать мне на это. Да и Генри уже мертв. Что, хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно, я понял. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Мы его нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос, урод! Черт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу! Видел, что они сделали с Генри? Мать твою! Клуб был просто башкой в ход! Помоги мне прикончить, урод! Убери ублюдка за стойкой! И его делаем! Давай, Вита, мочи их всех! Берегись, они сверху палят! Ты в порядке? А откуда он стреляет?
Приходи, Денис, отпусти нас! Сдохни, урод, погоди! Приходи, Маркополо! Давай, Вита, быстрее! У него пушка! Ты пару скалей! Вот так, Вита! Всех убьем до единого урода! Покажи уродам, с кем связались! Отлично, осталось трое! Еще двое и готово! Ради бога, Вита, шевелись быстрее! Выходи, откуда же все эти уроды лезут? Что, где-то туннель до Китая? Спокойной ночи, Чарли. Осторожно, там еще лезут! Да ты слабо! Хватит, можешь! Это ты ублюдок, ты меня ранил! Ладно, иди первым, Вита. Тебя попасть сложнее. Спасибо, жердяй. Эй, ты же говорил, все делаем по уму. Я прикрою. Дать-ка эту тварь. Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Куда ты ранен? Что, уроды, поняли, с кем связались? Господи, походится лезут и лезут. Сколько их там еще? Это не важно, пуль у меня много. Мы его достанем! Он уже мертв? Как тебе это понравится?
тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Так, ладно, ползем вот тут. Научили. Ты где? Еще! Они как тараканы! Я лучше всех! Давай, быстро, пошли! Захожу. Ну все, это последнее. Вот видишь, все не так плохо, да? Да, но если нас узнают, и об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Труп, ты, урод косоглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? Что? С катушек съехал! Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать, уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как. Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Боюсь, они не скоро теперь откроются.
Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Вита, иди сюда. Тут можно выйти наружу. Мать твою, ну уже, Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Да он маньяк! Живым не берем! Вас понял. Боже! У нас потери, валите, урода! Хорошо. Ясно. Бросили. Отвези меня домой, Вита. Ох, и напьюсь. Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Ладно. Перекройте дорогу у станции Чайнатаун. Ты что, красный свет не видел? Перекройте дорогу у станции Чайнатаун. Для такого, как вы, только лучше на это. Обслуживать вас. Ты что, дальтоник, красный же? Бить хочешь? Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит, будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть! Не смей так говорить! Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И, Вита, будь осторожен.